железной стрижки, кошки были словно мышки, и даже грубые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Как-то раз, встретив льва, сказал весьма учтиво, чтобы быть всегда красивым, нужно стричь усы и гриву год примерно раза два. Рассказ не буду. Лето стрижены, как пудинг, съел менягу, словно пудинг, съел совсем инвентарем.